Ты что, долбоб***? Ну, не знаю, да, подожди, у меня была острота, я наперед их хотел. Все, тишину. А, я уже у вас. Че, мы к тебе присоединились. Это мы у тебя. Да. У меня лагает, когда я сворачиваю. У тебя раньше таких проблем не было? Нет, когда именно папки в припадке было. Да вообще, у тебя у компа каких-то проблем. Shadow. Зашел. У тебя, подожди, у тебя ты сейчас свернешься и откроешь там, я не знаю, чат, браузер, у тебя не будет лагать? У меня всегда лагает. Но у меня все равно будет лагать. У меня компьютер просто лагает по дефолту. У вас папка лагает? У меня все лагает. Слава богу, вообще папка не лагает. У меня это не такой. Особенно, когда начинаешь стрелять, там вообще в стратосферу улетает. Я не знаю, кстати, я тоже всю жизнь играл на компе каком-то, блядь, ублюдском, а потом подумал, какого хуя я экономлю на компе, это же просто какой-то тупизм для сделал. Стримера. Мне не помогло. У меня хуйня все вообще. Ну, я немножечко сэкономил. 500 каска, у тебя комп 500 тысяч стоит? Когда я его покупал плюс-минус за 500, ну, 480 что-то такое. Тоже плюс-минус. Я сейчас здесь дешевле, да? Ты его недавно покупал? Да, недавно. Вот у меня тоже, он полгода работал. А потом все, я мразь. А ты Windows криворука. Не сносил? Чё они? Ну, кстати, Windows вообще без помогает. Да, да, тоже бы сносил, у меня очень давно, у меня год просто, стоит. Просто Windows сносишь, находишь КС, у тебя КС, да, плавно, да, какая, да, как у тебя, да, 700, блядь, герцовка факт. Монитора. Это... Не, с такой темой, кстати, можно, Twitch и Kick заблокируют, да, я знаю. Да. Интересно, а вот ты у Ромчика не спрашивал, как у него? А вон они спали, зайди в фрики. А чё там? Кто с VPN-ом тебя сидит. Реально? Ебать. Это как, наверное, просто сайты блочат. По итогу Макс, мы за тебя зацепили, слышь, ты нас фасад. Ему похуй, что он ушел. Похуй до конца сидит. 9% за топ-1? Не, таким стаком можно взять топ-1. Че, мне сразу после твоего стрима заблокали воду? Интересно, а стримить можно на заблоченный сайт или нельзя? Где, наверное, можно. Какая разница? Если что, просто в конце вылетим где-то на Липовку. С нами будут, с нами две тимы, походу. Я падаю. А Макс бил хоть, да? Что, меня забанили? Я обиделся на вас, то, что вы ББ пишете. А что меня забанили? Не, я тут, я просто кьюри отходил. Я зацепился же. У тебя на свитче игры ушло, блядь, 1500, это вообще халява. Не, ну просто раньше у меня такого никогда не было. Раньше, когда я реально банил чел, когда они писали ББ, когда я свитчу игру, челы перестали писать. Но я давно не банил, видимо, и сейчас... Вот. Наметки, если что, на синий. Те челы, которые пишут ББ, они как раз таки не уходят, понял? Зачем другие челы уходят? А куда вы упали, друзья? Другие. Да я за водосу зацепил. Я хотел в одну сторону, потом видел, что там 4 человека упало, и я... Я с мачете. Не, ББ типа минус моралит в моменте, такой думаешь, бля, в голове, бля, что все реально уйдут, что ли, бля, я буду... Не, у меня просто раньше такой, о, нет. Наученные челы были, так скажем, они никогда такой не писали. Сейчас разучились. Возможно, это другие челы, которые... Ну да, ну вот, чтобы те понимали. У тебя, кстати, у тебя скай где-то близко чел был. Да. У меня дробовал... Подо мной топает. Нокнул. И теперь где-то на слева должен быть. Дискипа, у него дискипа. Скай вот здесь. Это факт. Ровно 10. Это пи***ц, Ванёк. А чё, у тебя ничего нет? Ничего. Скай, он поднимает скрыть своего. Ещё чё лежит? Там? Не, я не могу залезть. Макса, мы не хотим? Не, чё, выбивай. Не добил. Он полностью нуб. Кто нас убил? Ёбаный, 43-й левел. Мне... Я сейчас просто подорву что-нибудь. Я порекомендовал бы тебе, но не буду. Не умею в эти окна залазить, блядь, чтобы с угла хуй. Я закидываю гранату. А чё вы подумали, чё? А как? Подожди, а как это не убийство вообще? Я уже ушел, я думал, человек. Ну. Поставь метку. Там, если что, я вам без шуток говорю. Там пати нубов, два нуба, три нуба. Я сейчас ебу. Сейчас там же подниму. А из-за тебя вот это вообще цеплялся. Но ты этот. А, пишет, что у него третий армор был, блядь. Если третий армор, то у него мать шху, так ну, может не быть. Надо про мать так говорить. Ну а чё у него третий армор, блядь, у меня М-ка без прицела. Там у меня прям не армора, нихуя. Там полностью нубы. Надо посмотреть, где они. Дай его нахуй. Я тоже подумал, что сейчас задают. Подожди, куда-то рядом и остановись. На я нажми. Снимай зетку. Там нубы, вы можете даже не бояться, они по вас не будут попадать. А что там дымок горит? Вон, перед тобой, перед тобой. Это нуб, это нуб. Вот, первый минус. Я же говорил, блядь, ептин. Ластоу остался, по сути. Меня. О, бля. Мать, он последний, ты двоих ведь толкнул. Короче, новая сенса от Клима, что-то маловато. Перед тобой, вот он. Ой, бля. А чё я мог сделать? Я начал в него стрелять. Макс, ебать, ты заспрейл, пиздец. Ну это новая сенса от Клима. У него вон одно хп. Короче, я... Не, папку не грузит. Сейчас взорву.
компьютер. Я научился, кстати, выходить при... У кого долго выходит. Есть такие в пабге, в чате? Там нужно, короче, в моменте нужно shift, backspace, не кликать, как челы говорят, а нужно тайминг, короче, прочитать и зажать две кнопки, оно быстро выходит. Именно нет, зажать. Посмотри, а сколько кликать. У меня дэмэджа в прошлой игре было. А я не увидел. По-моему, у тебя... Ну, по журналу убийств, посмотри. Ой, не журнал, а убийств. В карьере? Ну, блядь, да, в карьере. Журнал матча. Ну, у меня 101. Нажми. 91. Ну вот, что у него мать не шлюха, хотите сказать? Скай можно? Я перезахожу в игру. У меня компьютер вот сейчас слабенький. Ставку сделай. Вот сейчас! Не, сделайте сейчас ставку на киллы, на 9 киллов от нашей команды. После такой игры все верят, мне кажется. На 9 киллов от нашей тимы. Восстановить знак, где доставка. Что это такое, блядь? Я почтальон или что? Что ты пытался узнать? Вы когда-нибудь видели льва в пустыне? Ну, в целом, вроде все хорошо, а вроде и, блядь, жопе больно. И вот я не понимаю, в чем проблема. Ебу, так как будто и не сильно. Основной знак... Что вы пишете? Ну, а в принципе, сегодня заебись день. Я постримил. Есть планы на завтра. Есть планы на послезавтрашний стрим. Это мега охуенно. Боюсь спросить, что завтра будет. Завтра межгалактический контент КС-очком. Плюс, сегодня выиграл 300 тысяч рублей. Где? На фомбетике. Минус вчера проебал, конечно, много денег. Ну, $1003 также. Я сегодня тоже косарь подъебал. А так, в принципе, вроде заебись. Так, что куда мы летим? Конечно, летим, ребят. А я вот не понял, куда летим. Полетели сюда куда-нибудь. Где, блядь, я не понимаю. Блядь, что с нами, нахуй? Все, вылетели. Ты сказал 800 вывел. Как видишь, он не вывел, значит, если проебал. Логично ведь, нет? Что, блядь? Я думал, ты туда из наших. У меня еще типа... У тебя в доме? Я иду. Ну, я и у него мать. У меня в доме. Один каленый, один окнутый. Еще перебегают. Меня бах. А, это ты? Есть что, я тут? Давай, Ванек. Ты че долба? Ну, не знаю, да, подожди. У меня была острота. Я наперед их хотел. Все, тишину. У меня в доме два. Ты что, Макс? Вайкнул. Хорош. Еще. Он сам тебя ебанул. Тишину. Ебать, тайминг. Всех убили? Нет. Как это нет? Всех? Ты троих убил, Ванек одного. А, да, я троих убил. Три ассиста, блядь. Я своего не добил. Каждую шлю в чате достать и выебать. Скай, вот это у тебя была ебаная подстава. Понимаю, мне было... Да. Ну, как будто мне в жизни эта граната прилетела. Не, потом, если кто-то поймёт, ты увидишь. Мне прям, вот прям в лоб, чтоб ты понял. Вот прям, я не знаю, как будто прям посередине нахуй. Я знаю. Бля, сейчас бы потеряли, нахуй. Вообще было бы прикол. А ты, да по***, не будем его поднимать? Не, ну, пожалуйста. Он не поднимется сейчас. Вать! По мне беспилотник! Меня беспилотник летит, помогите! Ааа, ну нет! Типа, не знаю. Мне кажется, это самому тупому челу понятно, да. Но мне кажется... Они думали, что когда есть винлайн, Слава сам платит зарплаты? Мне кажется, когда Слава это сказал, многие подумали, так и есть. Мне кажется, и до того, как ты сказал, мне кажется, вряд ли кто-то это знает. Да, ну это чисто логика. Ну типа, я не спрашивал у него по поводу этого. Это просто банальная логика. В смысле? По-моему, батюшка, вы его рассказали. Не, ну... Не знаю, это максимально... Ну... А есть болик у кого-то, это парни? Даже спрашивать не нужно. Не, может, он, конечно, скажет, типа, нет, я плачу. Я с этого вообще тогда по***л. Попал. Парни, вот там попал, типа. Я кидал. Проблема. Вай, ты далеко отходишь так. Если тебя нокнут, мы не ресим. Ну да. У нас машины нет. Ебать, зона... Не, окей, зона окей. Но, ебать, челов до хуя на такую зону, пиздец. О, слышишь, можем просто на этой хуй прилететь. Ебать, до канат. А куда? Гол? А, мы сюда пролетим. Блядь, вонючка. Подожди. Там чел прям, там чел. Гол к нему просто похуй. Может, постреляем по нему лучше? Не-не-не! Хочешь пострелять? Ну, как будто бы да. Но я не попаду ни разу почти. И там чел еще там дальше. Там рядом. Они стреляются друг с другом. Розового даешь. А, розового, да. Розовый нокнутый. Вот мы можем за место розового. Аккуратно только в спину могут зайти. Слышь, Тимур? Да не могут к нам в спину зайти. Я прибежал. Как? Ух ты ж, бля,
Хать. У тебя там два. У тебя там два, один нокнутый. А я что ты? Я не знаю, как меня убили, блядь. О, блядь! Он наверх залез, я его прятал внизу. Нормально у меня дэмэджи один фраг, 186. Я не знаю, как играть в PUBG, когда ты стреляешь, начинает лагать. Ну, зачем жить? Всё. Момент. Во, таймик вычитал, видите, и вышел сразу. Я забыл прицепиться. Алло, куда вы летите, ну Вадя? Я не знаю, я прицепился к Максиму. Шэдоу? Игровой утюг рубай, да уже все, уже он не работает. Мой игровой фен Дайсон, блядь. Yes. Как делак, Вадя. Духи, а прикинь, был бы ты бы на этом концерте, и тебе бы Морган въебал по итогу, а не Хованскому, и все было бы очень, ну, хорошо, что не пошел. Эй, мне поебать сейчас. Ебать, ты бы завтра стрим запустил, типа, ебать, ты хайпом был бы. Бля, кстати, это прикольная тема, надо было, слышишь, договориться с Морганом. Так я тебе говорю, да. Так нужно было договориться, чтобы ты въебал ему. Мы этот, если что... Знаешь, как бы все закончилось? Так. Мы бы фейково, ну, типа, начали драться, кто-то кого-то случайно сильно ударил, а другой бы сгорел, началась бы нормальная драка. Сейчас за тобой аларм приедет, слышишь, Скай? Поймешь. Понял. Да придурок, ебаный он! Я в первый раз в жизни МК взял. Подожди, я не сел. Он и в рот. Нос батя дотекает, сейчас забрать его еще. Ты реально за зоной сдох? Не, меня убило. На ту убило. Сторону ехать, похуй. Красная зона меня убила, брат. Красная? Как она же, ну, не на тебе. Максюш, дай я буду водить, я люблю алармить. Сейчас я батю заберу, заберешь потом его. Не-не-не, дай руль. Я доеду. Ну и да, вот ЛКМ нужны, мне так нравится. Потому, как будто я этот... Мент. Понял, детская мечта. Я еще буду гнаться, понял, их... Не отпускай, Макс, нельзя отпускать, мы на спецзадании. Экспресс спасение. Все, подожди, отпусти. Дави его, нахуй. Не... Sorry. Ты чуть не задавил, реально? Не, нормально. Я прикрываю. Я пойду каску найду. Товарищи милиционеров не обзывайте в чате, пожалуйста. Так ты 3 дня назад орал каждый раз, мусора, блядь. Я ни разу не говорил, ты чё, блядь? Плюбулся, скотина, ёбаная. Товарищи милиционеров не называйте так. Есть хорошие... Да. Хорошие копы, а за... есть хуй. Ваниш, а вот товарищ полицейский, кто берет взятки, он плохой или хороший? Хороший. Молодец, не один раз еще давал взятки, козел. Ванек, садись. Да мне каску нужно найти, Тимусь. Да ты, мразь, блядь, поставил метку еще 10 минут назад, нахуй, на каску. Довези меня. Давай, блядь. О, у тебя тоже алармик. Едем. Дай руль. Садись, мне флагу ехать. О, 87,5 FM, ебать! Ванёк, это еще твоя машина, на которой ты ехал. А, да? Да. Ой, нажми ЛКМ. Чувак. Надеюсь, Макс, ты взорвёшь. Чё, там реально океан? 55, ладно. Мы проедем здесь, я уже проезжал. Ты ублюдок! Тебе рекламу за сколько купили, на... Это вот просто худший водитель. Sorry. А мигалки топлива требуют или нет? Надеюсь, нет, а то, блядь, у нас нет, топливо конечно, не сворачивается. Как это должно быть? Еще сковородка. Тише, малыш. Скорость видишь нашу? Сколько, назови. 130 км в час. Это, кстати, не наши стреляли. Это не ты стрелял? Нет. Это бот стрелял. И мама воспитала хулигана. У нас ментовская тачка. А что, полицейские машины плавать умеют? Мореплаватели, блядь. Давай займем что-нибудь. Подожди, сейчас займем нахуй. Только не вот это место. Что вообще? До челы, maybe. У меня полицейская тачка, как будто это разъеб. Ой, блядь, что ты прикинь? Что ты делаешь, Ванёк, блядь, я не могу нахуй. Короче, вот это давай съебемся уже, давай. Сюда, парни, к нам. Если мент, проси документ. Предъявите документики, пожалуйста. Нужны аптечки, Ванёк? Подожди, я сейчас тачку. Напрашивайся на комплимент. Ты-ты-ри-дын-дырын. Опа, чья мама?
Ты чё, охуел? О, а тут чья мама спряталась? О, Масюшина. О. Брат, у нас бензин кончился. Нормально, доедем. Нормально, доедете, доедете. Моя! Иди сюда, подсади меня сюда. Или, блядь, я не знаю, вообще подсад... Чего, блядь, подожди. Чё там? О. Нет, тут нельзя подсад... Вот здесь можно подсадку внёк, если мы сюда заберемся. Ехали. Ебать, там какой-то ублюдок ебаный. Он на одной тачке пересел на пассажирской и стрельнул по мне со снопы, нахуй. Сейчас быстро умираю. Да, блядь, ну какой анлак, я не знаю, сегодня день, хуй. Я им просто шотнули. Давай. К ребятам. Там как будто есть. Ванёк, слева упал, не знаю. Сюда хотим? Да. Вы парни? Угу. Нихуя себе, доставка, блядь. Там же долго. Вот здесь за деревом, вот здесь за деревом на метку моей. Откинул мне еще, когда сбил РИКС. Да. Нокнул. Хорош. Я вообще не вижу. А мне хуярит откуда-то. Оттуда уже на... Не нокайся, Ванёк. Не нокайся. Метку войдёшь. Ой, блядь. А, вижу. За смоком на синий. На синий вон там вот. Метка. Она. Ух ты, еб... Воду садись прямо сейчас, садись прямо сейчас ко брат, мне. Бегу. А гол все вместе. Все вместе нужно. Ну, как будто это хуйня, врезаем. Не, врезаемся, нормально. Окей. Поехали, ну, погнали. Парни. Запивайтесь. Была, давай. Там челы есть, Вот на зеленый челы. Смог челы. Бензин кончился? Не. Справа челы. Шлюхи, блядь! Тишину. Передо мной один ХП. Парни, вот тут, спина. Где-то. Вот один ХП. Чел, сзади, Мы все сдохли? Да.